Всем привет! С утра было 26 февраля 2021 года. И было решено съездить на море, посмотреть. Не все ж по веб-камерам. Надо ж и самому поехать. Понюхать, так сказать, йодистый запах Камки. И воочию посмотреть на лед. То говорят, то есть лед, то нету. Там видят, там не видят. Лучшие глаза это пощупать самому. Итак, мы на городском пляже. Раньше это был детский пляж. Сейчас стал городским и единственным пляжем. Вот мы идем по зарослям Камки. Ноги грузнут. Песок, Камку. Глину, в общем, ту субстанцию, что на пляже находится. Так, вот здесь вот надо как-то перелететь и пройдемся по набережной, которую построил нам Джек. Не, Тулупов. Тулупов нам построил набережную. Поставьте где-нибудь там крыжик. Это его заслуга. Мэр Геническо. ТМ. Так. Ну вот, наконец-то. Мы на набережной. Вид шикарный. Лед. Лед уже. Все. Отходит. Море дальше чистое. Там даже выскакивал какой-то катерок, лодочка. Выскочил, понюхал воздух, развернулся и обратно в пролив. Так что рыба будет. Так, ну здесь у нас все демонтировано, все, абсолютно все, чтоб, не дай бог, никуда оно не ушло. Становиться сюда страшно, опасно, подскользнешься и кирдык. Ну вот такая вот панорама открывается с набережной. Ну, в этом льду уже осталось немного. Сегодня с утра было плюс 2, а сейчас посмотрел, уже плюс 12. Так что остатки снега, остатки льда. Если не придет похолодание, то все это у нас потает. Будет такая геническая зима. Хотя нет, тут 2 дня и уже весна, а там лето. Ну вот как-то так вот. Так, а это мы перемещаемся на Арбатскую стрелку за первый мост. Позади у нас аквапарк «Слон», который уже начали разбирать на металл. Там он, ребята, с газовыми резаками, баллоны пропана. В общем, процесс пошел. Так, ну это дело такое. Поставили слона, убрали слона. А мы пойдем посмотрим на берег пролива. Здесь вот с правой стороны был пляж. Хороший такой генический пляж. Не читал тому городскому детскому пляжу, лягушатнику. Мосты, конечно, строить надо было, обязательно. Иначе на Арабатку после хороших штормов, после зимы, да и осенью проехать было проблематично. Но вот как-то они не угадали, не просчитали, что пляж стал замуливаться. Вот этот между мостами. Вон дальше железнодорожный мост и этот мост. Пляж стал замуливаться и пришел в полную негодность. Вон здесь прокопали канавку. Тут когда-то с Ревхвили маялись идеи разводить пеленгаса в ставках. То ли пеленгаса, то ли краснюка, неважно.
Маялись они аж туда до первой чайки, то все и бросили. Ну, вот такая вот геническая традиция. Начали аквапарк строить, бросили. Начали краснюка разводить, бросили. Не знаю, что он. Вон. Башни, скелеты. Так, ну а по проливу что у нас? Льдины плавают. Льда особого нет уже. Все, чистая вода. Судя по всему, зима у нас пришла к своему завершению. И календарному, и такому температурному, погодному. Вот отсюда хорошо рыбку ловить. Весь Геническ отсюда рыбалит. Паучок забрасывать. Ну, сейчас, видите, нету никого. Рыбы нету. Рыбаков нету. Пауков нету. Ничего нету. Да, вот где-то до сюда этот пляж шел. Вот тут. За мостом. Пляж за мостом назывался. Чебуречная вот там была, где мост заканчивается с правой стороны. Пиво, чебуреки. Прыгали хлопцы с моста сверху, с перил. С верхних перил. С нижних то само собой, а то с верхних. Смелость была в том, что не только прыгнуть там со скольки-то метров, а еще надо было так прыгнуть, чтобы перепрыгнуть высоковольтные провода, которые рядом шли. И при этом не попасть в чью-нибудь казанку носом, не пробить ей днище. Так, ну вот это маленькая такая прогулочка. Посмотрели погоду, подышали морем. Как-то так. Все, на этом все. Пока коротенькое видео. Следующее, может, будет длиннее. Всем всех благ. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, дизлайки. Всем рад. Всем пока.